Смотри в раздевалку. Здесь надо попить. Смотри в раздевалку. Так вот. Давай, Маган. Сейчас. Сюда. Давайте начнем, уже 10 минут задержки. Чтобы продали магазин, успеем, а? Что потом? Или после первого тайма тумблер поднимешь? Угорит оно, да. Не-не, сбоку смотри. Дисплей надо смотреть. Поспал, спалил. Он так и будет. Там еще дисплей есть. Зеленоват, видишь, Гарики? Да, да. Поехали, после первого. Сколько секунд сыграли, пока вы разговаривали? Где? После первого также свет рубит пару помах. Да, пиво очень вкусно, когда ты за рулем. Запретный плод всегда. Одна. Вы накинули бабло? Плюс спасибо 500. Пиздец там у меня история была. Я разосрал. С Левом. Он на меня наехал. Ну как, не разосрался? Пока всем не нужно. После? Ты нас кинул, блядь? Ну. Я думаю, не понял. Ты должен был, блядь, оказывается, лук заявлять, отмечать. Мы не знали, кому давать, блядь. Серега не слышал, блядь, лучше всех знаков. Ты говорит, он? Я был слышал. Я говорю, во-первых, ты уехал. Я говорю, я уехал, не иду на ваш чемпионат. Я пошел. Крутите на свете. Обговаривали с 9 до 6. Да. Это была 23-я глава, да. Мне ни разу, ни слова никто не сказал, что у меня должна быть такая функция. Я тебя вообще не прошел, что он сказал. Общая координация — собирать протокол. Ну, показать, что где кому. А ну и на баннер где писать. Я говорю, мне пока сейчас ошибки было. У меня этого в обязанности не было. Говорю, должностные инструкции. Говорю, если я что-то делаю, то я делаю это на соль. И нового само собой получится. У меня такой принцип. Да, наши недоработки. Там много недоработок было, сейчас. Помимо этих обязанностей, я бы там скорый вызывал, блин, вашим судьям правила объяснял, блин, и игры останавливают за это. Да, по сигналу, пожалуйста, назад, прясните еще. Пожалуйста, есть. Поворот. И у меня тоже был, как бы, блядь, и
только по протоколу щита, то есть записывать с головы. А то есть заносить в базу, он ничего за мозг перебил, вообще не было, что-то было. Да где-нибудь по сутрубе, например, вместо плана перебил. Ты тоже? Ничего не знаю, паспорт не стал бы. Не, я не спрашивал ничего, но сам. Майка, правда, не отдал, что мама мне просто стиралась. Ну, я не отдал. Так я узнаю, когда отдам, потому что мне, скорее всего, на эту игру не будет. Рома! Иди, сходи, мне принеси сейчас я отдам. Пока. Мне вообще так, что-то не будет. Нет, нет, воскресенье там было. Я Лёха отдам. Сертификат братушки, я видел. Я видел. Как раз по сигналу. Пожалуйста, одна. Его корпус. Кто же сам не вратарь Барса говорит, что он рукой не играл. А есть. Давайте не вышел еще никуда. Аут, Биса! Ушел на одну грузу сегодня. Дади 3 ебал. Олег Иванович. Я говорю, хоть не говорю одну гал, может я не поеду? Все? Да. Терпимает, идут. Давай на нашу все камни. Нет, ты так меняешь. Я надеюсь, там Ром будет. Он вроде обещал. Он играть не будет, но замена не будет. Будет. Головой! Леон, как карта неплохой, но раньше команда была выбрана. Да, я фотку смотрел, я его уже видел, да. А вот Бетынёв, Берестов играли в этой команде. Они за мной сыграли потом. Ну, я понял. Не своя команда раньше была. Да, я знаю, я понял, что это. Называй, называй, не помню. Сядь вниз, сядь вниз, Дима. Я понял. Леон, понял. Потому
нужно решка, да? Первую очередь, продуманная активность. Ну просто, ты знаешь, что Вудочки не любит, у меня хочет уже, короче, блок купить. Первый квартал. Реально? Там другие сын. Сташки на Сташки. Еще более-менее нормальные Сташки, блин, продают. Да, по сигналу, пожалуйста, Жень, стоим. Ашан, блин, делают вот это. Каждый день, что у них фирма называется. Женя, да, вот сейчас есть. Одна. Серег, два пола подряд. Аккуратно, пожалуйста. Точку в манеже открывать. Алена ругается. Ну да. Да. Сейчас нужно раньше собрать. Нет, 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 Диса. Отдадут вам они, если так на самом деле было. Это все, говорю. Все друг друга знают, правда? Талон что-то опять здесь. Говорю, Иван, оставь на субботу. У меня в субботу, блядь, 3 человека в городе всегда. Стабильно, блядь. Я уже сразу Диману написал, да, ну давай, говорю, время такое, пятница 22.10, а у меня 22.10.50, на головой, надо талон связаться, там лично, я знаю, оба тайны. Одна. Вот. Ой, мой, не лезь, не лезь. Вот. А, вот сейчас Абдул сделает ему. Сейчас клипнем на Абдул. Лев. Да, скорее всего. Если раньше не получится. Он же просто смешивается. У меня старшая родилась вообще 36-я еще дней, что-то такое, блядь. Ставили 18 августа, она родилась. 18 августа ставили, да. Родилась 26 июля. 2,5 килограмма. Как раз жара была в 10-м году. Помнишь, стояла, да. Ну сейчас видишь, на следующей неделе опять 20 градусов. А потом опять сразу 20. А там 40 дней стояло, блядь, 35 градусов. Помнишь, что не было в 10-м году? Я вообще даже машину с козырем завел. Да,
Что там за греко-римское у вас? Пахте. Да. Не, у меня просто там улик племянниц. И вот рожать буквально до конца июня должна, по идее. Они принципиально сказали, вы нам не говорите. Ну, это вот, да. Мы не хотим. Свет! Пусть сюрприз будет. Питера тоже летит. Через месяц, даже меньше. У них вещи, да. У них вещи. 13 июля, что я вам, по-моему, говорил, ставят. 10 июля, 10 число июля. Смотри, у нас вещей до хренища такого. Все равно потом продавать будем. Чуть-чуть там. Даже она берет даже девчачья. Она говорит, ну как это? Да, ну как дома ходить, вот какая разница. У меня старшая дочь. Дома ходить будет, как будет человек месяц. Вообще, да ладно. Там будет и больше, там сюда, и дальше будет ходить. У меня, говорю, дочка старшая, до 5 лет, блядь, ходила в вещах, это, трактировала детей, книжки, близнецы, которые. Тонкие мальчишки, как прочие. Ну, они там нейтральные, ну, майка и майка, чё, блин, там, ну, там, розовые. Она говорит, да ладно, забей, хорошая. В носочках сейчас дома, ходит. Младшая, бой написан, или их близнецы, там бой написан. Одна, уже две, две ребят! Я к тому, что, блин, в следующем году вам... коляска, короче, нужна будет. Да, нужна. А мы будем продавать, он ее, потому что она ей будет уже 3 года. Когда сидеть будет, ну, мы пока поездим, потому что она складывается, расформа у нас. А когда вот совсем летняя нужна будет, ну, там да, вот. Нам, соответственно, уже наша не нужна будет. Мы купили кроватку, мы самую обычную, за 5000 рублей в этой колыбели. Просто белая кроватка, обычная, как у нас раньше были. Серег, а так же он мог от тебя уйти. Главное мотать нормально. А как там будет? Головой! Деревянная она, деревянная. Переменчиво настроение сейчас. Что не болело у меня, блядь? Сейчас ближе туда, к этому. Я тебе прихожу, говорю, потом ближе к 8, где у тебя начнется. Вам хоть радость, что с ноги не отправили. Не палить! Ну,
Вижу, нормально все, играйте, играйте. Я считаю, ходи, соборчик, конечно. Дайте мяч. Снег, сорян, там сзади. Вторая, вот рядом, где отвалит. Один, да. Да. Красный, красный. Играть обоюдно, играйте, ребят. Нет. Ну,
Уже две. Просто на что попасть? Еще это? А быстрее так, да, блядь? Сейчас. Давай быстрее, говорит, смотри на него. Ворот. Кому, блядь? Что там было? Бля. Да, был касание, конечно. Все, у мяч-то кого? Там, сейчас, сейчас. Дай! Он железный человек. Давай на нас. Два, бой. Гатара лежит просто в дверь. Трушкин, Лазарчук. Сделали зафон сейчас, типа, это нельзя нам с тобой было давать больше. Зафон это вообще изишь найти, если просто. Да, да, да.
Сейчас скажу, ребят, прям 2 секунды. 4-2. Отворот, отворот. Что не попробуй? Справа один, блядь. Пошли с команды. Красные, красные. Спасибо за внимание. Главу удар. Спасибо.
меня, а? Не здесь аут, Витязь. Ворот, да, все верно. Иди, поднимать их. А команда Витязь аут сыграет 3 на... Ходи, Хават, еще, ставь назад. Не пали, не пали. Ай, ай. Минус 2. Ай. Ебать, минус 2. А теперь минус 3, ебать. Хорош. И вы что, ей ебаете, бля, устали менять. Леха. Хорош, Леха. Дай мне поплашивай. Смотри. Как уходи? Ну другая, блядь. Чего к нему пристали? Какие дворы пойдем куда вам? Беги, беги! Хамат назад! Бля! Хорош, хорош, хорош! Можно играть. Пять-три. Витязь! Назад, назад. Хорош, падает, чисто! Более чем. А вот это заря, да. Спасибо.
Бля, вот там так же было. Там, короче, трое ехал на свадьбу в ДНР. Пусть горело, они травмированы, короче, еще как-то. В итоге минус даже не 6, а минус 7 человек. А у нас команда состоит из, там, не знаю, 15, допустим, или мертвых душ, человек 4. Бля. Играть! Можно, конечно, играть. Сколько осталось? Короче, до хрена еще играть. Одна. Сабур отдал. Сабур сегодня звезда матча. Тайм-аут, ребят, висит, тайм-аут. Команды Витязь, смена вратаря. Давай,
сам же виноват. Паузу дай секунду и все спокойно ведешь. С кем бы роль не сыграет? Вики, тропись. Не надо, вперед, блядь. Все понял, блядь. Вино всякое. Все, нам бомбу оставим. Всем прав, не все. Слышь, блядь, вали ебало. Все, сэр. Играть! Играть! Нет! Они сначала борются. Даня, нет! Никогда такой не будет, Христо. Пас был чей-то, нет? А? Пас был? Да. Кто? Полторы минуты. Сай! Кола! Кола! Через пас выходит! Головой! Желтая карточка. Артем.